Обласної прокуратури подвели виніки роботи за минулий год. Як відзначив прокурор в області Віктор Морозов, літось у регіоні на 6% скоротилася кількість грабежів, більше як на 30% розбоїв і прикладно на 45% зґвалтуванням. Тривогу викликає кількість забойствів. У минулому році їх було 70, причому 15 у Мазирському районі. Многие можно было продухилить. У якости прикладу приводится жудасная история с того ж Мазыра, коли батька позбавил життя своих неполнолетних детей. Осужденный ранее не раз притягивался до криминальной отказности, у тым лику за сбивание членов семьи. А кроме того, подчас коллегии прокурор в области закликал подначаленных до либерализации мер криминальной отказности. У некоторых выпадках арышты, по яких Гомельщина займает первое место в Украине, можно заменить штрафами, унесением залогу альбо иншими способами покарания. Я думаю, это неправильно, когда сегодня 500 тысяч жителей нашей области привлечены к административной ответственности. Да? Треть населения области сегодня числится в правонарушителях. Поэтому я считаю, что опять же здесь, если можно ограничиваться при незначимых правонарушениях, которые не причинили значительный ущерб, можно ограничиваться предупреждениями и так далее.